Короче. Иди рассказывай. А, ну просто обрежем это. Походи порассказывай. Ой, сейчас. Ух ты, бань, какой он. Мы, короче, всем здравствуйте. Мы, короче, что? Я буду делать охуенные скины. Короче, мы решили в Днепропетровске снять хату посуточно. Ну, посмотреть вообще, попробовать, что это такое. Ну, мы так еще ни разу не снимали тупо посуточно в своем городе. Короче, сняли хату за 350 гривен в центре города. Блять, правда, мы тут бардак уже сделали. А нет, ничего мы бардак не сделали. Ну, в принципе, вот, тут есть балкон. Балкон есть, то есть, да, на балконе. Сетка, можно выйти, короче, третий этаж. 350 гривен. То есть, с такой комнатой. Можно снимать как для расслабления, там, чисто с кем-то, там, с подругой. Или просто вдвоем вот так вот, ну, посидеть, поиграть, спокойно. То есть, отдохнуть от всех, кроме нас. Вот тут, короче, телек, Wi-Fi, прикольный, тюнер. Давай расскажем, что входит, то есть, входит такой телевизор, ТВ-тюнер, Wi-Fi, то есть, там, туалет, ванная есть. Да, вот, если у вас, холодильник. Ну, видишь, я как понял, тут можно и на дольше заселить, смотри. Да, я думаю, что, типа, помесячно. Шкафчик такой, ну, тумбочка, это тупо, если хочешь, возле кровати у себя там поставил. Как ты думаешь, сколько здесь помесячная плата? Ну, думаю, куска 3-3,5 даже, плюс коммунальные. Хотя центр города, блядь. Я тоже. Варус, АТБ. Все круглосуточно, что Варус, что АТБ. Вот, короче. Коридор такой. Заходи в туалет. Этот наш шедевр, тупо. Боимся. Димон высадился просто. Короче, вот, тут такая прихожая. Вон домофон есть. Братан! Тут советская машинка. Ой-ой-ой! А давай пошьём! Плинтуса. Тумбочка, короче. Ну вот такой коридор неплохой. Следующее, что у нас идет? У нас идет. Туалет. Ну, там кухня, вот тут туалет. Ну туалет тут вообще шикарно. Особенно вот эти вот краники, которые откручиваются. Откручиваются вроде нормально, вот закручиваются. Ну такая параша. Братан, тут ободок мягкий. Что? Ободок мягкий. О, так это вообще перспектива. Да, короче, есть горячая вода, вон бойлер стоит. Все, короче, бойлер такой. С востом. Скрибалы! Вот кухня, короче. Кухня вообще мне понравилась. Холодильник тупо. Ну, не сильно чистый. Морозилка. Братан, тут маргарин есть и лед. Короче, вот такая вот тут вот горячая вода и такая, мука еще целая. Все, и кроватка охуенная. Даже постельная дают, ты шо. В общем, я думаю, следующие влоги будут проходить примерно в той кондиции того, что, допустим, ну, еще где-то можно заселиться. Да, мы думаем вообще заселяться где-то в Днепре, недорогие, тупо. Можно советовать, номера телефонов да. Ребят можем оставлять. Что там, ну, из Днепра может посмотреть. Потому что кто-то захочет приехать в Днепр и вот так вот. Ну, а мы квартиру. Двигаемся дальше. Bye.
вернулся, в общем, нас. В общем говоря, закончился наш исследовательский такой. Закончилась наша такая исследовательская вылазка. Вот, переночевали, ночь была теплая. Ну, теплая, Денис просто давал нормально под одеяло, грел чисто. Вот такая вот застежка тут, короче, и я так закрыл, что я боялся, что я не открою ее с утра. Стоял и еле открывал. Ну, тут все так убрали, и типа нормальная вообще хата. Все, помыть посуду, тут пару тарелочек, и все. И можно сваривать. Отличная квартира, в общем, за 350 гривен, ну, если отдохнуть там. Одному стрёмно тут, мне кажется, отдыхать, ну, понта нет. Ну так, если переночевать негде, или там с другого города приехать, да, чисто можно остаться. Ну, в общем, так вот. Столик тут. Скоро, в общем, у нас будет влог. Поедем в село, будем там заниматься какой-то интересной дичью, да? Чем-то интересным будем заниматься, в общем, там. Он Денис рекомендует. Да. И я не знаю, снимем каких-то интересных действий, не знаю. Походим, если будет лед, половим что-то под льдом, попытаемся. Поставить экранчики с кормушкой, как тебе идея? О, хорошая. Отличная идея. Да. Просто взять сетку, напхать в нее, там, даже не кормушку. Ну, чтоб, или кормушечку, в общем, придумаем что-то к следующему влогу и будем надеяться, что он выйдет в ближайшие недельки, две хотя бы. Сейчас мы будем воскрешать наш канал и, думаю, будет круто. Давай, Денис, прощаемся. Да, две ставки слетели, пока. Ну, в общем, да, подписывайтесь, там, ставьте колокольчик, там. Лайки ставьте, да. Нам нравится. Давай, Денис, выруби по-профессиональному. Кончи, 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 кончи.